Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Как-то непонятно и, возможно, не совсем правильно получилось, что я заявил вроде бы о вот этих книгах, что они есть. Уникальная книга «Золотые правила питания». Больше это издание какого там, по-моему, 2002 года. 2000 года, ё-моё. Издание нет 2003 года. Издательство «Март», я уже вам представлял, насколько это ценнейшая книга для нутрициологов, там, ну, короче, специалистов по питанию. Если хотите обладать наукой питания во всем объеме, это для вас. Вот, ряд других книг. Даже есть такая интереснейшая книжка «Интимные нормы и здоровье». Уникальная книга, я так работал, знаете, над ней, а одна работа доставила мне массу удовольствия. Зачитаю я вам, зачитаю. Содержание. Предисловие от автора, вместо вступления интимные нормы, образование пола у человека. То есть не просто, знаете, об интимных нормах, а тут, тут чтобы человек в этой сфере был здоров. Здоров интеллектуально, эмоционально и физиологически. Образование пола у человека, нормальная сексуальность мужчин и женщин, индивидуальное сексуальное отличие мужчин и женщин, оказывается, имеется. Выбор полового партнера. Не просто так, а с позиции древних наставлений. Вот очень интересная тема. Половая система мужчины, ее проблемы, устройство половой системы мужчины, мужские половые проблемы. То есть вы тут узнаете... Что может быть? Половая система женщины и ее проблемы, сладострастные ощущения мужчин и женщин, практики интимных отношений, о чем могут рассказать родинки, искусство объятий, любовные поцелуи, знаки любви, половой акт и его особенности. Не знаем, сколько он должен длиться, как, что, что. Это целая наука. Хо-хо-хо. В древности она была очень разработана. Оральная эротика, вспомогательные средства и сексуальное влечение, сексуальные приспособления даже были с далекой древности. Питание и секс, лечебный секс, оказывается, можно интимные отношения использовать в лечебных целях. Кто бы там знал? Ха-ха, да никто особо. Основа общения между мужчиной и женщиной. Как надо общаться? Не то, что ну давай, ну-ну, ла-ла-ла-ба-ба-ба-ба. Целая наука, чтобы и тебе было приятно, и ей было приятно, и обоим вам было приятно. И тянуло друг друга. Ну, кто это мучит? Да никто. Дополнительные советы мужчинам по налаживанию сексуальной жизни. Дополнительные советы женщинам по налаживанию сексуальной жизни. Уникальные, кстати, советы. Работа над этой книгой мне доставила огромнейшее удовольствие. Противозачатные средства, сомнительные половые акты и сексуальные удовольствия, карма и секс после слоя. То есть эту книжку вы тоже можете приобрести. И причем не просто приобрести. У меня, значит, скопились вот эти вот остатки. Сын занимается распространением, там у него свой интернет-магазин. И все это дело пойдет там через Озон и прочее. Он мне дал ссылки, которые вы можете использовать для приобретения этих книг. Так что смотрите на вот эти вот ссылки, заходите по ним, заказывайте и приобретайте. Пока имеются эти книги более-менее в каком-то там количестве. Ну все, вот что я и хотел сказать. А то вроде сказал, а потом назад. Как-то некрасиво. Так что налетай, не скупись, раскупай, книгопись.